Всем привет! У Ильи сегодня выпускной, и вот мы приехали в Селиван, это graduation называется здесь, да. И вот мы приехали с Селивана Арена, вот такая вот. И здесь будет основное действие происходить. Сейчас народ сюда собирается. Илью уже забрали, он ушел в другую сторону. Мы сейчас займем свои места. Поближе к сцене. Желательно. Вот такой вот. Посмотрим, что здесь будет происходить. Thank you.
Он наши учителя. Лиля и Евгения. Good evening. I'm Sven Gustafson. I'm the principal here at Wesley Ridge High School, and I'll be your MC for this evening's events. At this time, I'd like to introduce to you, and please help me welcome our first speaker, our valedictorian of the 2018 class, Jenny Antumi. My son,
Mitchell Goodrow, cum laude. Вот нам раздали вот такие вот списки. И тут, значит, фамилии учеников. Так, и где тут у нас? Вот Илья. Вот Илья Дергачев. Вот такие вот звездочки, что-то там еще всякие обозначения. Это какие-то, значит, награды. У учеников отличия, да, где-то они там участвовали, что-то вот, получали. Вот, вот, значит, внизу здесь есть объяснение. А, ну, наш сын приехал здесь на один год, уже закончив школу, получив уже диплом в России. И здесь пошел 12 класс специально, чтобы и язык лучше взять, и чтобы был, значит, диплом американский, чтобы легче было в университет поступать. Вот, ну, в общем... Он, у него нет пока никаких отличий, потому что он их не успел. Отличия начинают зарабатывать уже с 6 класса. Graduation – это выпускники 2018 года. У каждой школы есть свое название и свой символ. Вот орел – это символ West High School, старшей школы, где учится Илья. Девочка сейчас выступала и сказала, сколько человек куда поступают. И те, которые очень хорошо закончили, сдали тест хорошо, а они поступают бесплатно, им выделяют деньги на обучение на бесплатное. We would like to thank all for joining us here this evening, and let us congratulate the West Anchorage High School class of 2018. Ищем Илью, все разбежались, друг друга надо встретить, и у нас есть еще вот такие вот у людей в руках ожерелье из цветов, из конфет, и это как пожелание удачи, и мы сделали тоже такое, и тоже хотим его поздравить, пожелать ему удачи. Новогодняя елка целая получилась. Поздравление такое. Ну вот так вот. Все, получил Ильяк деньги на обучение. Получил фасфу. Значит, это половина денег за обучение.
у него уже есть. Нужно еще чучуть, еще 8 тысяч долларов. Совсем малость осталась. Но мы надеемся, что Бог поможет, и мы выиграем еще программы другие, и полностью обучение будет бесплатным. Ну все, на этом пока-пока. Это каждый из гостей приносит вот такое вот поздравление. И получается, некоторые похожи на новогоднюю елку. Особенно у некоторых народностей это принято. Вот у них даже там короны. И столько-столько всего вешают. Так интересно. Thank goodness. What?